Сегодня очень тяжелое утро. Очень поздно легли спать. Но ничего, мы сегодня это все исправим. Выглянула в окошко. Мне же показалось, там какой-то снег, что ли, шел. Вот это погодка, конечно. Ой, боже мой, как тяжело. Вечером думаешь, пофиг. Завтра выспишься. Блин, утром уже думаешь, нифига. Лучше бы я легла пораньше. Что там такое? Холодно так. Ого. Ой, а как пахнет вкусно. Ёлки-палки. Вот это мой любимый запах после дождя. Обожаю. Блин, сейчас выйду на балкон, буду стоять. Минут 10. А вы настроение? Да. Такую погоду. Романтичная. Чего-то не хватает. Ой, блин. Вот. Сейчас смотрю, сижу фотки. Так, фотку. Это гномик. С короткой стрижкой. Так и не нашла свою фотографию. Не знаю, куда-то она делась. Блин, фотографии смотрю. Какая ностальгия. Это вообще... Такие времена были, такие фотографии. Не то, что сейчас на фотку, ты сразу в контакт. Вот, фотографии. Можно подержать в руках, посмотреть. Как это классно. Блин. Мурашки по коже идут. Видели бы вы эти фотографии. Кстати, надо мне их будет тоже выложить в контакт. Я, наверное, сейчас пойду этим и займусь. Только меня не научили. Господи, как называется, когда вот эту фигню, вот этот сканер, принтер или как вложит и что делают, сканируют? Наверное. Я не умею это делать. Правда не умею. Мама, ты-ка это. Красотка. Смотрите, фотография. Я беременна. Первый раз. Это я. Это уже 9 месяц, уже вся уставшая. Еще старая татуировка на руке. Это узлик. Их времена, времена, какие хорошие были. Ну, я сейчас не жалуюсь. Сейчас, конечно, все лучше. Что было, то прошло. Да? Надо смотреть только вперед. Только вперед. Ой, блин, нифига себе. Человек, представляете? Его уже нет в живых. Молодой парнишка. Капец, я не могу вот вообще вот. Такой возраст, блин. Ему только 18 лет исполнилось. А, нет, ему даже не исполнилось. Ему собиралось буквально что-то дня через 3, что ли, он намечал свой день рождения. Блин, вот как так я не могу смотреть. Смотришь на него, его нет. Убили парня в подъезде. Ну, вернее, он от них бежал. Из подъезда наркоманы какие-то. Ножом зарезали. Я когда узнала, конечно, это вообще шок. Это я. Тут стою. Это я. Ой, боже мой, не могу это смотреть. Тут снимать Веронику. Вероничка. С Веронником. Вот, вот с Веронником. А вот наша мама. Меня мучает. А вот. Ну еще что снимешь? Дита! Веронику давай! Тише, дай мне послушать! Вероничка, дойди сюда! Вот! Ну да, еще чего! Вика, ну-ка все, отстаньте от меня! Вероника! Кто я? Ивановна Блинова! Вот! Тише. Ну вот так мы снимаем, вот наши вот компьютер. Тяжело. Больше не видно вот сына. Дай мне послушать слова. Вот тише, тише, тише. Скоро. Вика, скоро увидите на эту песню кое-какое видео. От меня. Может, давай. В этом? Вот какая засранка ты!
хорошие люди. Подпишитесь на мой канал обязательно. Подпишитесь обязательно на мой канал. Я вас очень жду. С вами была Вика. Так меня мучают целый день. Начинается, вот как мама выключает камеру, все, увидит, начинаются активные поиски чего-то. И мама должна в этом участвовать. Я не знаю, где ты его оставляешь. Ты же с бабушкой разговаривала, посмотри. Все, лето у нас нашла. Лето у нас кончилось. Наступило... Зима опять. Посмотрите, валенки, я диван, видите? Ребенок пойдет в валенках. Как хорошо, только разделись. Только мама прибалдела. В шортиках ходить начала. Что стоишь, мадама? Блин, и на тебе погода. Хреново. Очень хреново. Смотрите, какая хорошая идея для мусорного пакета на прищепочке. А то, блин, дома тоже постоянно мусорный пакет поставишь. Нифига. Что-нибудь туда кинешь первое. И весь этот мусорный мешок, блин, собирается. Приходится его доставать. Это, наверное, у всех так. Ой, блин. Холодно. Еще дождь какой-то неприятный пошел. О, зима наступила опять. На. Нет. Подпишитесь на мой канал. Дочь меня кормит креветками. Знаете, зашла сегодня в магазин. Купить себе хотела опять этих креветок, а их... уже нету. Они такие обалденные были, такие вкусные, такие крупные, такие сочные. Бабочка. Я сегодня зашла, они кончились. Пришлось купить другие. Но они, конечно, не такие. Я вижу вот эти маленькие креветки. Это все, сейчас слегли. Мне завтра в 8 утра. Надо к стоматологу опять идти со своим зубом. Я уже заколебалась с ним ходить. Достать тебе грибочек? Вот. Так что сейчас кино идет, кстати, по первой. Ну, не знаю, я это не видела. Мне мама сказала, что там показывают Анапу. Анапу показывают. Анапа, я же болею Анапой. Так что сейчас вот включила, жду рекламу. Это, блин, 2 часа уже идет. О, под прикрытием называется. Ладненько, спокойной ночи, аэропорт. Все, пока-пока.